Всем привет, с вами Кирилл Василин. Сегодня я покажу, как сделать классный и объемный домик. Заходим в Майнкрафт. Он у меня вот. Сейчас покажу. Потом у меня, когда я включаю, там реклама. Я не люблю эту рекламу. Эта реклама очень много. Поэтому я сейчас быстро вам буду показывать. Ну что, захожу. Это мы должны создать мир. Имя мира не обязательно. Просто создаем не выживание, а творческий. Дополнительно, если хотите. Я возьму вот. Знаете, старый. Создать. И где я? Сейчас. Что-то не та карта. Так, это значит у нас. Удаляем, как не то это. Вот. Вот так. О, смотрите, что я нашел. Так, сейчас ищем ровную поверхность. Нам она не нужна. Так, сейчас скажу, что нам надо. Обсидиан. Потому что, не помню. Ведро лавы, ведро воды. И чтобы было легче. И губка. Строим огромный столб. Просто столбик. Надо как можно выше, чтобы у нас все точно получилось. Допустим, давайте его повыше сделаем. Не надо очень маленький. Так, ну, наверное, ну, примерно вот столько достаточно. Не, мне кажется, мало. Я хочу побольше. Это, кстати, домик. Ну, я, кстати, хочу вам его показать. Если вы, конечно, не знаете. Так, ну что, начинаем. Строить. Ставим в длину блоки. Небольшие. Главное смотреть, что тут. Так, ну, примерно вот столько. Я не хочу очень толстый дом. Главное красиво сделать и аккуратный. У меня реклама. Извините, посторонние звуки. Просто ремонт. Подождите, сейчас перезайду. Ну что, заново заходим. Делаю за кадром. Подождите меня. Привет. Меня зовут Василина, мне 8 лет. Так, ну давайте не длину. Давайте вот столько. И сейчас делаем дальше вот такой кубик. Не можно напугать. Ах-ах. Так, смотрите, берем. Говорю ремонт. Так, а почему говорю обсидиан? Сейчас застраиваю. Где? Застрою. Идем вниз ломать этот столб. Может, его сжечь? Нет. О, прикол. Как красиво. Это столб. Его, кстати, почему так легко ломать? Что они там сверлят? Я не могу понять. О, прикольно. Так, на всякий случай землю сейчас достану, ладно? Не боимся что-то сделать неправильно. Не боимся то, что тут подожжет. У нас же есть водичка. Так, 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 так. Капец, какой столб длинный. Ой. Надоела реклама на Ютубе? Небольшой был недочетик. Смотри, что мы сделали с землей. Ничего. Если что, эту карту я удалю. Хотите домик? Не беда. Сейчас сделаем. Ну что, сейчас будет. Почему я выбрала обсидиан? Говорю честно, еще раз, для тех, кто не понял.
потому что он не пробивается, его хоть водой, хоть динамитом, хоть чем ломай. И на выживание его даже не сломаешь. Вот нашли, допустим, был деревне, как там, обсидиан в кузнице нашли, то он не сломается. Откуда я знаю? Проверяла, тем более это все так говорят. Так не беда, перейдите в творческий. Хотя, кстати. Так, ну, ждем наш дом. Земля, смотрите, как красиво. Давайте зайдем в домик и будем на это все смотреть. Мы сейчас даже гореть не будем. Как красиво, да жалко это все тушить. Я бы тут просто жила. Знаете что, я в этом видео... Дайте поставим под лавой. Что нам будет? Может, помочь этой лаве, а? Да. Они нам все подкидывают. Ничего. Сгорит, сгорит. По сути, мы все тушить будем. Давайте, давайте. Уже все скоро дойдут. О, коричневая овца. Давайте ее покормим, что ли. Я хочу ее покормить. Пшеница. Иди сюда, овечка. Овечка наша. Кормись, кормись. Ой, еще одна овечка. Дайте ее тоже покормить. Извините. Быстро тушить. Сейчас покажу. О, я хочу спать. У нас все за... У нас тут на рекламу. Так, делаем наш домик. Так, нам надо сейчас... Нет. Давайте просто ведом это все сделаем. Потом нам намного легче. Сейчас я уберу всю воду и покажу результат. Или... Ну, уже ли? Смотрим. А это что делает? Ну, ничего. Я потом... Все, да. Смотрите, какой домище. Можно... В принципе, жить можно. О, вау. Это мои градиенты. Что они тут делают? Я просто переходила на выживание, если честно. И упала отсюда. Не специально. Я там просто разрушала землю. Ее там легче разрушать, чем я тут ее буду разрушать. Тем более тут обсидиан ломается. Так, сейчас сделаем входик. Вот, ну, давайте тут. Нам нужен свет. Сейчас. Видите? Я не то выпила. Спасибо. Как это тут? Ну, реально, в принципе, жить можно. Ставим просто освещение. Ну, все. Сейчас я вам быстренько кое-что хочу показать, как я тут обустроюсь. Пока я устанавливался, смотрите, что я заметил. Окошечко. Миля. Ну, мы это застроим. Я хочу просто побольше как-нибудь света. Конечно, сейчас он выглядит не очень. Ну, вот такой домик. Я сейчас вам его покажу снаружи и внутри. Это дом снаружи. Вот такой большой, интересный, каменный.
перестаньте шуметь. Сейчас покажу внутри. Со светом. Конечно, немного нету света. Но ничего страшного. Вот. Обустраивайтесь как хотите. Так что, если было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Подождите, сейчас другое сделаю конец. Ну а теперь всем пока-пока. До новых встреч. Встретимся в следующем видео.